Вот почти подошли к тому месту, куда я хотел. Это вот березки. Когда смотришь по Теряевке, они вдалеке виднеются. Вот тоже стоит одинокая красавица. И вот это место мне очень нравилось раньше, когда я гонял коров, пас. Широкая покос большой. И они тут разбредутся, и спокойно можно их пасти тут, наблюдать. Виталя, не трогай больше их, не трогай! Виталий! Виталя! Пускай идут, пускай! Отпускай их, отпускай! К березам отходи, к березам! Отходи! Брат! А пускай идут на этот, на покос! К березам отходи просто сам, и все! Сейчас пускай идут в ту сторону. Главное, чтобы к полям не подходили. А поля сзади его все. Все, все, отходи от них дальше. Уходи, пускай они ходят. Здесь им можно. Полная свобода. Так, коровка, вперед. Ну-ка. Все, брат, вот так прижимайся к березам. А тут им давай свободу, пускай ходят. Ну вот, на какую мы высоту поднялись. Вон там в дальнейшем виднеется вон. Блестящая крыша от это нашего брата Иосифа Устинова, где он на поле построился. Вот, вот домик тоже виднеется. Вот. Вон там даже мой дом виднеется, Калашников, который Калашниковы жили бывшие. Он белый кирпичный. Вот этот сковорещник стоит задом к нам. На нем еще там эта антенна стоит. Вот из такой дали мы сейчас пригнали сюда их. Конечно, много уходит времени, сил, но стоит того. Виталя, ты сюда зажимайся. Сюда. Ты их там не зажимай. Пускай идут спокойно.
Вон там вот поля близко. За березками. Еще не убраны. То есть здесь надо смотреть уже, чтобы коровы туда не прорвались. Иначе погубят много. Вот это уже вот куда-то направляется. Кустик нашла. Жует. Ну вот. О, тут кроты нарыли. Все пастбище изрыли. Бугра хоть. Потом вот такие различные кочки образовываются здесь. Все, а сейчас смотри, чтобы коровы туда не прорвались. Все, вот это задача твоя. Вон, видишь, идут. Направление у них прямо. Да есть, почему нету-то? Трава вон там была, где я хотел остановиться. Там высокая зеленая трава. Они... А сейчас они идут вот. Но вот тут рядом. Не-не, они поле почувствовали, ветер, потому что оттуда они запах зерна чуют. Где он из траве? Да, пошла, алло. Трава тут есть. Там есть. Они найдятся уже. Ну, все, слава Богу за все. Ну вот мы уже перегнали оттуда от березок. Сгоняли туда их. Ну, трава там оказалась не очень хорошая. Редкие вообще. Вот. Уже вот через второй мостик перегнали тут по логам. Второго мостика. И вот сейчас вот. Сейчас вот здесь вот перегоняем через первый мостик. Овечки по дороге пускай идут. В принципе. Вот, а я коров можно через лог перегнать. А там вот уже нас Игнатьев нас встречает. Он тоже с видеокамерой. Ага. Ну давайте, вперед. Смотри, шаг. Оттянулись. Они никому не мешают. Брат, отойди оттуда, она боится тебя. В сторонку еще отойди.
Куда пошли? Куда? Коробка. Сворачивай, сворачивай. Сворачивай, сворачивай. Брат, вот эту придержи. Такая игривая. О, следующая. Все, побежали. Брат, куда ты? Че ты ее трогаешь-то? Брат, ты куда ее гонишь-то их? Ты куда ее гонишь-то? Так ты видишь, ты, они боятся тебя, они назад возвращаются. Ну все, по. Вообще. Они увидели видеокамеру и решили пройтись. О. О, все играются, главное так. Нет, конечно. Но ты ж, ты вперед забегаешь, они тебя боятся. Надо было сзади гнать и туда давить, в ту сторону. Пошли отсюда. Шерешек! Пошли, вперед! Вперед, вперед, вперед! Все, мы опять влипли с тобой. Да. Ну что, надо было там прогонять? Видишь, они здесь разрушают. Они разрушают то, что мы делаем. Пошел! Перешаг! Пошли! Привет! Хоп, пошли! Хоп! Перешаг! Подтянулись! Давай, давай, выгоняй их сюда. Пойди. А уже кто-то там велосипед лежит. Они там уже велосипед облюбовали. Лежут. Видишь, они вот лазят, они тут разрушают то, что мы делаем. Я почему не хотел, чтобы они здесь шли. Привет! Шериша! Ну вот за камышами прямо. Вот за этими? Да, да, да. Вот за теми, да? Да. Вот найди этого, Владимир Александрович, а он на поле. Я так и думал. Так вы же, я же вам сказал, что я пойду ему помогать. Ну я думал на один час так и дома. Не. А я залез на там картон забивать, где крест красный-то сделали-то. Ну оттуда вижу и начинаете. Я сюда, батюшка, куда я мимо еду? Я маха, отстань ты от меня. Дело в том, что мы туда там прогнали, а сейчас, видите, они рванулись сюда. Ну да. Вот. Это ничего, ничего. Они прошли аккуратно, ничего не разрушили.
Но все равно нежелательно, чтобы здесь ходить. Ну, нежелательно, не всегда получается. Я вижу, как вы старались. Тут еще уже не вон, надпись-то исчезла. Дождем, видимо, смыло ее. А, что? Каменистое дно сорвало надпись. Надо написать ее. Каменистое дно надо написать здесь. Здесь было. Вот это. А на той стороне есть, да? А ты сейчас замерил бы, какой ширины высоты-то? Вот эту-то? Ну да, чтобы написать и потом привезти сюда и прибить. Ну ладно. Ну ладно. Надо под стекло сделать. Пока никто не разобьет. Ну, молодцы ребята. Я доволен очень, пришел сюда. Не пожалел. Такая интересная встреча с вами была. А вот там доска лежит еще запасная. Смотри. Кто-то ее отсюда, видно, выкинул. По всей вероятности, эта доска была вот здесь, где вот это прибито. Она не прибита так. Ну, видно, коровы здесь. Полезть его, вытащить ее. Как хотите. Наша доска. Ну вот, слава богу, сегодня отпасли. 3 сентября вот возле лагеря мы уже прогнали. Были мы вон там, возле тех березок, вон вдалеке, которые виднеются. Вот там пасли. Ну вот с Виталием. Сейчас вот коров он загоняет. А вещи коров. Коровы заходят тут вот налево у нас. Вот они уже знают. Вот, а овечки туда вон идут к складу вот этому большому. С той стороны. Здесь уже ждет, тоже стоит. Тачку взял, чтобы мордушки забрать. Потому что погода... Почему-то рыба не идет при такой погоде, видимо. Виталя, загонишь, закроешь, что здесь, что там. Ворота, ворота закроешь за ними. У овечек тоже там. Вон он, с телегой идет. Еще друг другу не дают заходить. Ну все, слава богу за все. Аллилуйя.